Одним из полезных элементов работы с опасной бритвой – это ее открытие и закрытие. Работа особенно при возможности перехвата из одной руки в другую, в частности. Этакий мужской спиннер. Работать, конечно, чаще лучше с неострой бритвой, но впоследствии и время от времени обязательно проверять свои навыки, работая с заточенной опасной бритвой. После ладоней мы переходим на предплечье, то есть вариант совершения некой защиты с переходом на атаку. Также можно открывать об себя и закрывать также об себя.